Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам представлю Эмилию Хану. У нее было сложный миопический астигматизм. После экзамера лазера сейчас у нее 100% зрение. Она поделится с вами со своими впечатлениями. Здравствуйте, я Эмилия. Я раньше плохо видела, но после того, как моя мама решилась на операцию, я увидела ее результат и решилась тоже. Теперь я вижу 100% и очень благодарна доктору Гюльчан.